В областной научно-универсальной библиотеке имени Жубана Молдагалиева прошла встреча с поэтом, членом Союза писателей и журналистов Казахстана Айткали Нариковым. На мероприятии прочитали стихи поэта, а гости вечера поделились своими воспоминаниями. Айткали Нариков начал увлекаться литературой с ранних лет и до сих пор в рядах писателей. Его стихи покоряют читателей и не оставляют равнодушными, а произведения о родине прививают молодому поколению чувство патриотизма. После окончания пединститута в 1968 году Айткали Нариков работал в нескольких печатных СМИ, а также редактором на областном телевидении. На этой встрече присутствуют современники поэта, однокурсники. Пришли послушать его и студенты высших учебных заведений, колледжей. В рамках встречи также организована выставка «Таусылмайды Улендегі Өрісім». Представители молодого поколения прочитали стихи поэта, а его однокурсники поделились воспоминаниями о первой встрече с Айткали Нариковым и своим мнением о его творчестве. Могу сказать, что со времен учебы Айткали Нариков был близок к поэзии, легкий на подъем, удивлял всех своим красноречием. Он хорошо учился, был активистом, всегда пропагандировал казахские традиции, где бы ни находился. Такие мероприятия не только помогают культурно просвещаться, но и дают возможность больше узнать о деятельности многих казахстанских поэтов. Олег Великий, Талгат Муратбаев, Алихан Есказиев, Акжей Акпарат.